Высококачественный цифроаналоговый преобразователь электрокомпании ECD2 унаследовал многие черты знаменитой первой модели, но получил дополнительный USB-вход для подключения к ПК. Этот аппарат является весьма полезным приобретением как для тех аудиофилов, кто предпочитает хранить свои музыкальные записи на ПК, так и для тех, кто хотел бы улучшить качество звука традиционных цифровых источников. В преобразователе сочетаются новейшие цифровые технологии с классической схемотехникой электрокомпании класса High-End. ECD2 оснащен асинхронным USB-приемником, который способен принимать от компьютера цифровой поток с параметрами до 24 бит 192 кГц. Также имеются два коаксиальных и два оптических входа. Аппарат оснащен балансными аналоговыми выходами. В схеме электрокомпании ECD2 используются отборные комплектующие аудиофильского класса. Его аналоговые выходные каскады построены по дифференциальной схеме, по принципу двойное моно. В преобразователе предусмотрена возможность регулировки уровня входного сигнала, поэтому его можно подключать напрямую к усилителю мощности или к активным акустическим системам. Это позволяет получить максимально короткий тракт передачи аудиосигнала и самое высокое качество звука. Для удобного подключения к инсталлированным аудиосистемам предусмотрены триггерный вход и выход, а также управляющий интерфейсный разъем RS-232. Аппарат выполнен в солидном металлическом корпусе, характерном для всей техники электрокомпании. Преобразователь обладает очень широким динамическим диапазоном звука при минимальном уровне шумов и искажений.